Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dan the Man. Пролог 01, поехали. Игра. Беда в старом городе. Что здесь происходит, я не могу понять. Ага, какой-то переполох. Ну что же, будем разбираться с этим делом. Вперед, погнали. Так, обучение, нам нужно прыгнуть. То есть у нас есть прыжок. Собираем монетки. Ага, бой. Иди сюда. Стоит там мне с дубинкой. Готов, охламон. Ну что же, двигаемся. Тут надо быть аккуратным, не упасть в воду, я так понимаю. Отлично. Так, камон сюда. Ну а тебе что, особое приглашение нужно? Аккуратнейшим образом прыгаем. Яблочко какое-то лежит, а зачем оно? Судя по всему, восполнять нам здоровье. Но у нас полностью все отлично. Так, точка сохранения, вы на точке сохранения. Вы сможете продолжить отсюда в случае выхода из игры или смерти персонажа. Понял. То есть чекпоинт. Опа, 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 смотри-ка, их тут двое. Опа-на, пока я одного бью. А, нет. Я думал, здесь только одного бьешь, второй может по тебе спокойненько бомбить, но не тут-то было. Опять же монетки. Тайный предмет. Какой предмет? Никакого тайного предмета не было. Ого, вон там еще внизу монетки. Так, разбивать кувшины мы с собой можем. Ладно. Разбили. А вот сюда... Тайная зона. Эй, иди сюда, малышня. Они меня передразнивают только что. И сматываются, и сматываются. Блин, я их не могу догнать, они слишком быстрые. А вот сюда можно как-то перепрыгнуть? Так, иди отсюда. С дубинкой он мне здесь тоже захотел получить. Так, отбиваемся как можем, ребята. Яблочко. Ага, восстанавливаем здоровье себе. Шикарно. Дай-ка я вот этот кувшинчик пробью. И вот этот тоже. Нормуль. Ага, вот они. Типа жители увели в ту сторону. Ну, я так понимаю, мы спасаем их. Пролог выполнен. Очки, бонусы и так далее, да? Продолжить. Угу. Можешь взять этот сундук. Поздравляем, вы выиграли сундук. И что же в нем? Как его открыть-то? Я получил 6 самоцветов. Вопрос, а зачем они мне нужны? Так, персонажи. Дэн, Джози и Барри. Улучшаем, судя по всему, атаку. Почти что простейшая комбо. С кулаком вы бьете сильнее или... Ногой, да без разницы. Так, улучшим. Новый уровень. Так, смотри. Накумаривать будем теперь получше. Тройное комбо. Замечательно. Так, ну что, переходим с вами на следующий уровень. Игра. Поехали. В общем, против кого-то мы деремся. Использую силу или пушки. То есть ты хочешь сказать, что я могу здесь и стрелять потом со временем? Вон они убегают. Хопа. Какой-то здесь ниндзя. И побежал. Действительно, здесь, друзья мои, есть сюрикены. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, сюрикены. Нам нужно с вами настроить кнопочку на звездочки найти. Ну, давай посмотрим, как это работает. Замечательно просто. Так, я могу сюда? Собираем монетки. Погоди-ка, вопрос, а как мне теперь... А как наверх-то за... А, вот. Замечательно. Да какой же тайный предмет-то я нахожу? Монетку дополнительную, что ли? Так, еще сюрикены с тобой взяли. Которые у нас, кстати, кончаются. 4 штучки всего лишь осталось. Маловато. Так, главное здесь не упасть. Опа, нормуль.
Смотри-ка, стоит там с дробовичком, ничего себе, парень. Так, я могу на него прыгнуть, тем самым я его сбиваю с ног. Курица, все дела. Монетки, конечно же, монетки. Так, погнали, чекпоинт. Воу-воу. Автомат, а ну-ка. Опять же заканчиваются у нас с тобой патроны. Так что нужно быть поаккуратней, поберечь их. Опять сюрики. Так, тихо, 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 родной мой. Иди. Откуда пришел? Так, надо этого по-тихому. Во. Ах ты, гаденыш, он мне еще задницу свою показывает. Он это, наверное, сделал зазря. Так, чекпоинт. Так, опять эти ребята говорят, чтобы я зашел вот сюда. А что тут будет? Давай, кликнем. Ага, это у нас магазин. Сидит тут, видите ли, жирный дядька с усами. Так, и мне показано, чтобы я купил автомат. 22 патрона у меня есть. Погнали. Ох ты! Базука! На! На! Ну что тут за суета, я не понял. Опа! Прибыл тут, понимаешь ли, мне. Дай-ка я... Оу, нет, чуть в воду не упал, хотя я упал. Слушай, я, по-моему, могу этих врагов даже хватать. Да ё-моё, ты развернись, да бей! На тебе по полной программе. Так, двигаемся дальше. Слушай, а можно мне вот эти вот монетки подобрать? Спасибо. Кувшинчик я этот тоже разобью. Что мы можем? Мы прыжки... Ага, мы можем с вами вот так вот. Если я прыгаю и нажимаю на удар, он летит наискосок. Так, опять тут какой-то... Ну что, его пробить? Ох, ничего себе, он сбивает. Типа у него щит. Будь аккуратен. Пролог второй выполнен. Продолжить. Ага, очередной сундучок. И что мы тут выиграли? 7 самоцветов. А это что у нас такое? Простая мощная атака. Ничего себе простая. Удерживайте атаку и накопите заряд. Потом отпустите. Понял. Ну а у нас с тобой третий уровень, и судя по всему здесь будет босс, что ли? Наверное, да. Ну как бы мини-боссик какой-нибудь. Пролог 3. С корабля на бал. Вот обожаю всегда приходить на бал именно с корабля. Да-да-да-да-да. Типа я уничтожил ниндзя. Ну а тебя типа и подавно. А ну-ка давай посмотрим. Опа. Оу, смотри-ка, хитер чувак. Слушай, а нам же... Ах ты, хотел суператаку сделать. На. Давай еще, наверное, одну. Опа-на. Против суператаки он слабачок. Так что можем его спокойно вырубать. А вот с этим как быть? Там надо быть аккуратным, потому что мы можем упасть в воду. А нам это не нужно, конечно же. Будем как-то с ним разбираться. Ну давай, иди сюда. На-ка. Еще. Получи и распишись. Аглоед. Ножичек. Так, надо нам перепрыгнуть. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Суператака. На себе. Ой, что-то я замельтешился слишком долго. Только здесь. А как мне наверх попасть? Видишь, там... А-а-а. Вот так вот, понимаешь ли. Кувшинчик разбиваем, монетку забираем. Пока все довольно легко и просто. Это что еще такое? Статуи нужно разбивать. Ага. Просматриваешь видосик и получаешь награды. Нет, я не хочу никакой премиум покупать. Обойдемся без него. Все бы хорошо, но реклам слишком много здесь. Так, взял автомат и погнал дальше. Опа-на!
В атаку бегут такие помогать. Да, ничего, ребята, у вас не вышло. А как мне с ним драться, интересно? Так, типа пугает, да? Но мы-то не из трусливых, естественно. Нам предстоит его побить. В бой. Интересно только, как мне его бомбить. Понял. Опа! Вот этого я не знал, что он так будет делать. И я не могу его пробежать. На тебе. Все, уходим, уходим, уходим. Продолжаем бомбить. Так, что он сейчас делает? Ага. Так, он перегрелся. Тихо-тихо, отходим, отходим, отходим. Что он будет делать? Прыжок делай свой. Опа. Нормуль. Бомбим этого злобного робота. Ах ты. Что ж ты твой еще и ржет, понимаешь ли? Давай, 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 давай. Нет, парень, не в этот раз. Все. Довольно простеньким оказался он. И развалился. Я-то думал, что вот эти вот чувачки с автоматами — это как бы враги, а они, оказываются, друзья. Они, наоборот, за нас. То есть вот эти вот враги напали, понимаешь ли. А мы защищаем народ. Так, что там вызывает? Подкрепление, что ли? Наверное, говорит о ситуации, да? Что типа такой чувак появился, который вырубает всех налево и направо. Ну что же, открываем сундук. И нам достается... ну, 8 самоцветов. То есть было 6, 7, теперь 8. Рекомендуется. Ага. А я могу, смотри-ка. А, вот этот вот чувак платный. Нет, спасибо большое. Я могу взять Джози, но это, наверное, кто девочки, тот будет брать, наверное, этого персонажа. А я буду играть именно Дэном. Так, рекомендуется вот именно этот удар. Бить тех, кто не может дать сдачи. А эта мысль вперед. Улучшить. Да, у меня есть кристаллы, поэтому улучшаем с тобой. О, воу-воу-воу, ничего себе, схватил чувачка и надавал ему по щам. А здесь сколько? 10 гемов. 10, 5. Этот прием как раз годится против бандюганов, которые забрались слишком высоко. Ну а что вам надо было выдать? Стремянку? Так, а как это будет работать? Ага, в прыжке ногой. Понял? Ну что, мы с вами отправляемся дальше. Основная история. А это было обучение, что ли, получается? Судя по всему, да. Основная история. Добро пожаловать на 8-й этап. Приключение сложно. Не надо нам сложно. Мы будем здесь играть. Так, выберите партнера. Ну, я возьму Джози. Поехали. Слушай, партнер, а... кто-то будет за нее играть вновь за старое. Опять? Опять что-то стряслось, наверное. Нет, смотри-ка. Мы пацифисты, мы типа против войн. Орда бежит опять, сломя голову куда-то. У них оружие, а мы против оружия. По-моему, вы, ребят, сейчас передумаете. Тут дело, видимо, пахнет керосином. Ну что, погнали? Они, может быть, и против оружия, а мы с тобой как раз-то и нет. Главное все это дело аккуратненько делать. Иначе можем упасть. Но, иди сюда. Вау! Так, отлично. Лети, пташечка. Яблочко пока нам не нужно. Пушечки я разобью. Слушай, а как мне он туда попасть, а? Я допрыгнуть не смогу. Ага, может быть, здесь опять какое-нибудь есть тайное облачко? Нету. Интересно, как мне эти монетки подобрать? Ха! Какая-то очередная загадка. Смотри, нету. И сюда я не запрыгну. Жаль, очень жаль. Так, ребятули, вы куда там отправились без меня-то? Угу. Давай, иди сюда. Так. Мне хотелось бы, знаешь, что сделать? Схватить хотя бы
одного и проверить, как работает у нас захват. Ну-ка. Пока не представляется такой возможности. Ну давай, давай, иди сюда с дубинкой. Думает, взял дубиночку и все можно? Как-нибудь не так. Курочка была у нас. Уже съели мы ее. Так, тучка. Тучка исчезает со временем. Нам нужно свой очень быстро делать это дело. Не буду я этот телевизор смотреть, не хочу. А вот в магазинчик я, пожалуй, забегу. Бесплатно. Сюрикены. Нет, спасибо большое. Я обойдусь и без них. Не надо мне тут ничего. Ну и что ты тут думаешь, со стволом все, крутышь теперь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо! Воу-воу-воу, они все идут ко мне, ты прикинь? Так, нам нужно с тобой приготовить суперудар. Воу! Так. Прыгают по пятам. Так, я готов. О! Понял, как это делается. Нашли мне тоже тут простачка. Готовы. Так, погоди-ка. Нет, я думал, тут какая-то секреточка есть. Ничего подобного. Так, разбили кувшины, собрали монетки. Так, тут надо опять же аккуратненько. Наверх, ну это понятное дело, что наверх. Слушай, а для чего нам монетки? Мы, по-моему, улучшение с тобой делаем за гемы, так? А монетки мы куда тратим? Что такое? Да, друзья мои, видеокассета, это, оказывается, тоже был видосик. То есть они тут рекламу везде наклепали. И это раздражает, если честно. Так, нам нужно с тобой аккуратнейшим образом перепрыгнуть. Собираем монетки. Чуть не упало, а? Ну, опа, вроде бы все отлично. Так, этот ящик я не могу не взять, ничего. Так, мы с тобой... О, вылезли, смотри. Они сидели в ящике, ты прикинь. Втихушечку. Иди сюда, показывают мне там еще пальчиком что-то. Так, забираем монетки. А в этот штаб я зайти не могу, судя по всему, да? Ну, проверим. Нет, ребят, не могу. Да и фиг с ним. Так, смотри, у нас здесь облачко. И нам нужно с тобой сделать так, чтобы мы перепрыгнули вот на тот островок. Опачки, нормуль. То, что нужно. Опять, наверное, да? За рекламу мне дадут оружие. Бесплатно. Да не хочу я смотреть, я больше в магазин заходить не буду. Пока я справляюсь и без него. Так, а тут недалековато стоят-то. Опа, нормуль. Погнали дальше. Шикарно. Друзья мои, они портят все настроение своей рекламой. Куда ни сунься, она везде тут, понимаешь? Ага, конечно, парень. Конечно, разогнался. Так, подожди-ка. Можно как-то тебя схватить? Эй, дурилы, выкинули. Тихо, промахнулся маленько. Я тебя сейчас подразню там, он стоит, видел что? Показывает мне. Так, надо этого... А вот этих я почему-то не могу захватом сделать. Нормуль. Давай, давай, иди сюда. Готов, парень. Хлопчика накумарили. А зачем вам дробовики, скажите ко мне, друзья мои, если вы даже не используете их? Так, просто для красоты? Или у вас там патрончиков нету? Ну, чего вы там стоите? Раз и два. И добивочный. Вот так вот будет с каждым. Кувшинчик и яблочко подобрали. Так, вот с этим я хламон должен разобраться. Так, отправил его в освояси. Так, он еще, смотри-ка, выжил. Поднимемся с тобой наверх. Там у нас как раз еще кувшинчики. Ну, давай-ка так вот. Опа-на. И еще удар. Ага. Перебил ты, посмотри-ка. Забрали монетку и бежим с тобой дальше. Погоди-ка секунду, а куда я должен? Понял. Просто перепрыгнуть. Собираем, конечно же, все это добро. Надо аккуратненько не упасть. Бочки не разбиваются. Так, опять этот ящик, да?
Началось, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, этого надо сбросить как можно быстрее в воду. И этих тоже всех. Уходим, уходим сюда. Так, накопим с тобой суперудар. Отдуплился, да, карапуз? Давай. Ать, зря только использовал, а? Давай здесь их подловим. Во! Лучше бы, конечно, чтобы они в воду упали. Ну и так тоже ничего. Опа-опа, он что, стрелять готов? Нет. А то я смотрю, просто ствол навел на меня. Он сейчас бабахнет. Эти почему-то не перепрыгивают. Так, яблочко. Эти, я даже его не взял. Ого! Вот это он шмальнул сейчас. Ну ты видел, да? В воду летите. Так, может вы успокойтесь уже, а? Ё-моё, опасно-то как, а? От них надо держаться немножко подаль, потому что они могут вблизи именно стрельнуть. Да, хорошо, они меня тут помурыжили. Половиночку хп оставили всего лишь. Так, друзья мои, ну мы прошли с вами этот уровень. Что это за два дурачка, которые тут придуряются, а? Так, а это статуя короля какого-то была, она уже сломалась почему-то. Спасибо за игру. Получил достижение. Так, нам тут предлагают премиум за 200 рублей. Нет обязательной рекламы, бесплатные продолжения, мгновенная награда от статуй. Больше никаких таймеров в режиме истории. То есть она целенаправленно заточена на рекламу, да, эта игра? 6 самоцветов. Оу! Ничего себе сундук. А вы получили свой персонаж. Ничего себе. Теперь вы можете создавать собственного персонажа Дензимен. Окей. Так, ну... Нет, я буду играть за Дэна. Я не хочу там ничего делать. Единственное, что может быть нам... Не хватает, да? Сколько? 50 гемов? Вы что, смеетесь что ли надо мной? Не хватает нам буквально 3 гема, чтобы... Докачать нашего... персонажа. Но это не страшно, я думаю. Так, куда нам с вами идти? А вот это что такое? Что это открылось у нас? Предыдущие этапы. Знали ли вы, что изначально Дензимен была веб-сериалом? Без понятия. То есть, это я могу посмотреть или что? Ну, давай кликнем вот сюда. Не, ребят, это просто, видимо, смотреть надо в браузере. Я от этого отказался. Мы с тобой идем дальше. Этап 8.1.2. Погнали. Так, берем. В плане мне что... Выберите партнера. Ху ты. Я уже думал, что мне сказали, парень, все, хватит, отыгрался свое. Королевское войско вечно растет. Ну а мы вечно с ним разбираемся. Так, опять... Ох ты, ты смотри, что делают, а? Ничего себе тут они. Изуверы, ну все, они за это ответят. Они за это ответят, я гарантирую вам. Так, уходим. Что это у нас тут? Так, нам нужно с тобой наказать их по всей строгости, поверь мне. Вот так вот. Они это заслужили, ничего себе там. Гора трупиков, он лежит. Гаденыши, а. Прибыли, понимаешь ли, в нашу деревушку, да? И что хотят, то и творят. Нет. Давай бомбить его. Уйди отсюда прочь. Чтоб духу твоего здесь не было. Пошел отсюда тоже. Готов, да? Так, мы можем с тобой подобрать вот эти монетки. Окей. Так, это мои ребятули, да? Бой. Так, уходим. Угу. Мечтай. Ну давай, прыгай сюда. Так, минус. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Не успел перепрыгнуть. Так, их здесь слишком много что-то. Подловил я его в воздухе. Так, этого тоже. Вот. Меня на всех хватит. Вот это правильно сказано. Меня на всех хватит. Так, перепрыгиваем и идем. Этот телевизор я смотреть не буду. Не хочу.
аккуратнейшим образом. Так, здесь... Опа! Целая груда монеток. Все пока отлично. Опять видосик. Слишком-слишком много рекламы. Так, я не буду заходить в этот магазин, бесполезно все равно. Воу-воу-воу-воу, новый чувак. В очках, с автоматом, все дела. Ну, мы с тобой идем по верхушке. На-ка, надо его... Воу, а этот, смотри-ка, этот стреляет. Давай, мы их тут всех будем бомбить. Пусть знает, как нападать на мирную деревеньку, да? Что мы им сделали, а? Вот спрашивается, что? Понимаешь ли, пришли, начали тут свои законы устанавливать. Так, что ты там? Ах, ты прикладом бомбанул по мне. Готов, охламон. Так, я этого... Опа, хотел, блин, бомбануть, а он в меня выстрелил, а? Ты посмотри. Успел, так сказать, поймать. Если честно, мне бы не помешало бы яблочко. Хоть... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, уходим, уходим отсюда, потому что их там много. Они все идут ко мне. Вот как можно их ловить. Во время прыжка просто встаешь с краешку, они начинают подпрыгивать, ну и, соответственно, ты их бомбишь, и они ничего сделать тебе не смогут. Так, здесь у нас... Ага. Появляется тучка. Нам нужно с тобой очень быстро... Вот так буквально. Да, что-то меня припарило смотреть эти рекламы. Если... Игра хороша, ребят, хороша, но вот слишком много рекламы. Вот, серьезно тебе говорю. Причем ее... Пихнули везде практически. Бежишь, бежишь. Кассетка попадает, все, будь здоров. Смотри рекламу. Слушай, а что там наверху такое? А как мне он туда наверх? Смотри-ка, там что-то прикольное такое. Хм. Такое ощущение, что здесь должен быть какой-то суперский прыжок, чтобы туда запрыгнуть. Ладно. Глянем. Нет, я туда не смогу никак попасть. И это плохо. Ну и ладно, фиг с ним. Слушай, пока довольно тихо этих. Вон, вон они пришли. Так, накумарил одного. Так, ну прыгай. Угу. Давай, ребятушки, с этими разберемся. Так, вот этот опасный типок. С автоматом, который, да-да, именно он. Ну прыгай. Куда, уже хотел замах сделать. Уже хотел ударить меня. Так, с этим я разберусь. Ну, нет, еще жив. А тебе что, особое приглашение нужно, парень, а? Вставай, давай, я еще не закончил. Погнали дальше. Вот так вот, все по Шурику с собой делаем. Опять эти ржут. Фиг вы смеетесь, помогли бы лучше бы. А, этот же у нас с щитом. На! Так, вначале разберемся с обычными, которые без брони. Хлопать себе по сраке там. Ну, иди отсюда, птичка. Так, а мы с этим с тобой разберемся. Давай. Опа! Все, готов. Больше тебе не смешно. Ну что, чекпоинт. Очередные кувшинчики у нас тут. Или вазы. Погоди-ка, как? Ага. Так, понятно, это мешочки у нас с золотом. Новое достижение. Тренировка крутыша. Ну, это правильно, я крутыш. Поэтому они так и назвали. Так, тихо, давай-ка вот сидим. Ай-яй-яй-яй-яй, да что ж ты... Что ж ты мажешь-то? Блин, еще чуть-чуть, и мы с вами можем сфейлиться. Еще один такой залп. Пошел прочь. Так, кувшин. Тут опасно. Яблочко, спасибо большое, правда, оно не очень много мне восстановило хп. Но это лучше, чем ничего, согласись. Иди ты, уже собрался шмальнуть. В кислоту он там упал, забурлил. Так, наверх. Пещеры опасные. Так, тихо-тихо-тихо. Что-то там... Что-то там собрался сделать. Зашипел. Сварился чудик. Так, сейчас мы с тобой туда перепрыгнем и побежим дальше. Хотя можно, наверное, здесь... Кувшин могу я?
Во, еще яблочко, спасибо большое. Эти яички, наверное, ну, в принципе, обязательно подбивать. В них, как мы видим, монетки лежат. Так, надо будет стрелять или нет? Стреляет. Надо его шлепнуть. И прочь отсюда. Так, этого тоже накумариваем. Би-би-бип, я сейчас там бибикну. Слышал, там кричит, би-би-бип. О, нормуль. Би-бип. Иди сюда, би-бип. Так, так, пора тебе плавать. Нет, не утонул, гаденыш, а. Так, ну с этим мы разберемся сейчас обязательно. Отлично. Монетки забираем. И двигаемся с тобой дальше. Блин, у меня печально все со здоровьем. Очень печально. Опять. Ну что, посмотрели. Я вот думаю, вниз-то стоит прыгать? Стоит. Так, если я перепрыгну. Слушай, когда здесь конец уровня-то будет? Что-то так долго играем с вами. В отличие от обучения. В магазин, да, предлагает? Не хочу в магазин. Так, смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Стоит тут, улыбится. Ух ты, ё-моё. На! Погоди-ка секунду, а как мне теперь... Ага, все. Я думал, что наверх я не смогу попасть. А тут оказывается... Смотри-ка, просто подпрыгнул, как в Марио, ё-моё. И мешочек с деньгами нашел. То есть везде здесь секреточки свои, да? Не надо мне никакого магазина. Яблочко, спасибо хоть на этом. Когда уровень-то закончится, а? Опять очередной бой. Ну, а, эти чуваки не прыгают. Они будут только внизу бегать. Во, курочка. Но, блин, совсем забыл, что их надо по особому методу бомбить. На! Так, перепрыгиваем. Иди, я готов, я жду. Тихо тебе, бибип. Почему он орет бибип? Вообразил себя машинкой, что ли? Ну, орлики, по одному, не кучкуемся. Обдурил дурахмана. Так, блин, забыл совсем, что с этим нужно. На, шапокляк получил. Двигаемся дальше. Неужели? Так, он уже сам бежит. Ага, подрисовали, типа, да? Тут какой-то король. Видимо, захотел захватить власть. Отлично, ребята. Ну что, игра, в принципе, неплоха. Что у нас там? Достижения новые. И, как всегда, бонусы. Премиум. Они просто вот навязывают. Купи этот премиум. И все здесь. Так, погоди-ка, что у нас тут такое? Всего лишь 8 гемов. Не хватит у меня, ребят, на улучшение. Ох, ничего себе тут. Ё-моё, тут миссии-то. Слушай, ну довольно прикольно. Друзья мои, пишите в комментариях, как вам игра. Стоит ли ее проходить дальше. Везде будут боссы. Смотри, здесь какой-то босс. Босс паровоз, что ли, я не пойму. Так, тут паровозики всякие. Здесь еще где-то я видел босса. Вон, с миниганом. Так, открою я вот этот сундучок, пожалуй. Сколько мне дадут? 7 самоцветов. Вот теперь я, кстати, могу немножечко прапаться. Хороший нижний пинок. Нет, мне бы лучше удар рукой, да? Да, я думаю, так будет эффективнее. Ага, он схватает. Это надо вперед и вверх схватить и ударить. Понял. Ну что, дорогие друзья, на этом будем с вами заканчивать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых встреч. Удачи вам.